ни с чем не сравнимые звуки от Паши Пеперклипа. Явно прослушивается, что для продюсинга этого трека Паше понадобилось всего-то навсего розетка, кастрюли соседей, напильник и детские мозги. Заебистый фарш получился. Паше, как обычно, поклон, респект. Четкий тематический дизайн, стилистика будет примерно выглядеть так. Смесь больной головы Квентина Тарантино, советской символики и 2D-3D графики. Что-то такое. Уже начали работу над ребрендингом. Усердно трудится команда дизайнеров. Надеюсь, в сентябре уже запустим всю эту красоту. Несколько работ, которые меня очень заинтересовали. Даниилу очень крутой звук, мне очень нравится. Отличные сухари получились, то, что я люблю. На эпишке сотрудничество с ним мы не остановим. Уже готовы еще 2 трека, которые выйдут на разных релизах у нас на лейбле. И я думаю, это тоже не предел. Thank you.
We'll be right back.